Շարունակում ենք մեր եթերը, մեր եթերում տեսակապը, մեզ Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից միացել է Ուկրաինայի բանակի կոնվերսիա և ապասպարազինման ուսումնասիրության կենտրոնի Կովկասյան մասնաճյուղի տնօրեն Վլադիմիր Կոպչակը. Приветствую вас, Владимир. Приветствую вас, уважаемые зрители. Давид. Первый вопрос такой. В Армении на протяжении буквально одной недели побывало два заместителя госсекретаря США, и обсуждается достаточно насыщенная повестка двухсторонних отношений, и создается впечатление, что во всем этом присутствует какая-то торопливость. Во всяком случае, эти процессы, процессы сближения Армении и Соединенных Штатов, в последнее время приобретают такой достаточно импульсивный, интенсивный характер. Чем, на ваш взгляд, это обусловлено, если вы, конечно, согласны с этой оценкой? В целом с этой оценкой согласен, и я бы здесь еще выделил то, что указанные процессы, визиты в формате Ереван-Вашингтон, не только в Армении, но не только, вот они, что меня, например, приятно удивило, они проходили в неком дежурном таком обыденном формате, несмотря на то, что, ну, уже можно сказать, в период пикового противостояния, как вы четко обозначили, так называемого церковного антимайдана. Для меня это был один из таких вот ключевых, наиболее интересных моментов, что то, что происходило там на Баграмяна, на площади республики, не только в Ереване в основном в последнюю неделю, оно никоим образом не повлияло на процессы, вот, мы надеемся, да, я в том числе не скрываю этого сближения по линии и Вашингтон. Здесь как бы спорить не с чем. То есть я не исключаю того, что, ну, с колес вот это движение, не хочется говорить церковное, это тяжело мне подобрать сейчас адекватные слова из-за того, что вот там в лице лидера не только это просто какой-то карикатурный персонаж. Вот, ну, я думаю, была какая-то, ну, то ли утечка информации и так далее о неких шагах Еревана не только на том треке, о котором вы обозначили. Вот то, что вот это, ну, скажем так, ну, действовать российская в основном агентура, вам здесь понятно, начала внутри Армении достаточно нервно. Того, что, например, ну, я здесь помимо сближения, надеемся, что сближение с Вашингтоном, тут некоторые другие яркие маркеры были, там, я даже не об ОДКБ, а тему, которую обыграла российская пропаганда в своем ключе, там, о выходе, как о свершившемся факте, там, даже, например, украинская аудитория отреагировала на радостях по этому поводу, я считаю, немножко преждевременно. Вот. Но были и другие моменты, это участие, то есть полновесное участие Армении в мирных инициативах Киева. Это тоже я бы увязывал в этой цепочке событий. Я, честно говоря, не интересовался, но знаю, что и в Берлине был присутствовал Ереван, и в Швейцарии вот, на уровне секретаря Совбеза. Поэтому вот как-то я с вами согласен, и пусть получится. Так вижу эти процессы. А не сыграли ли роль своеобразного катализатора, в том числе вот этой вот армяно-американской активности, и последние события в Грузии, начало которым был дано с принятием вот этого закона об иноагентах? Ну, безусловно, связь присутствует, но я не считаю, что она лобовая, вот, и в такой последовательности, как вы описали. Даже если бы грузинские власти в последнее время, последние несколько месяцев, не начали оформлять разворот от Запада в российскую орбиту интересов, я думаю, на внутриармянском треке в поиске Ереваном подушек безопасности, если хотите, в вакууме, увеличивающемся вакууме российской, скажем так, системы давления в Южном Кавказе в целом, эти процессы, я думаю, имели бы свой, скажем так, тоже, ну, логичный ряд и логичные предпосылки к тому развитию, которое мы сейчас наблюдаем. Тут речь скорее идти стоит о том, что, ну, одинаково нервно
Москва, требуя на разных фронтах глобального противостояния, одинаково нервно пытается выкатывать претензии в три столицы на Южном Кавказе. Поэтому связь, безусловно, присутствует, но я думаю, что то, что мы наблюдаем в Армении и вокруг Армении, оно развивалось бы безотносительно процесса в Грузии. Насколько я понимаю, в Украине раньше были какие-то сомнения относительно Армении, относительно того, что Армения считалась союзником России, членом ДКБ, ЕАЭС и так далее, и так далее. Мы видим в последнее время, что армянские официальные лица все чаще и чаще посещают Киев. Как вы правильно заметили, секретарь Совбеза Армен Григорян принял участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Можем ли мы выйти на то, что сегодня вот эти вот, скажем так, сомнения преодолены? Окончательно нет, но где я с вами согласен, цепочка известных событий, это прежде всего то, что следствием того, что Киев не упал за 2-3 недели и дальнейшее развитие большой войны, действия сил обороны Украины однозначно смодерировали, скажем так, политику Кремля на Южном Кавказе. И от крена антироссийского общества в трех странах до, скажем так, видоизменения региональной политики безопасности в каждой из стран. На самом деле то, что мы сейчас наблюдаем между Киевом и Ереваном, это нормальный процесс, потому что у Киева нету причин, скажем так, не работать с Ереваном после того, как вследствие решения карабахского вопроса без преувеличения Армения возвращается на Южный Кавказ, пытаясь формировать свою собственную субъектность в новых реалиях. Вот. И в этих условиях я не вижу никаких причин, почему бы стороны здесь не шли друг другу навстречу. Возвращаясь к последним мирным инициативам Киева, здесь опять же вопрос в чем. С одной стороны, безусловно, Киев был заинтересован в Швейцарии, например, максимального мирового присутствия, за исключением Российской Федерации, понятно, чтобы донести свою позицию, с одной стороны. Но если брать страны, за такое определение, калибра Армении, Грузии, Азербайджана и так далее, в данном случае Армении, то эти страны скорее были заинтересованы в подобного рода присутствии и диверсификации таких контактов, чтобы обозначить свою позицию. Повторюсь, здесь никто в комплекс завышенных ожиданий не впадает. Вот от себя лично, так как я вижу процессы, позитивным является то, что именно Армен Григорян безотносительно его должности присутствовал, потому что в армянском секторе обороны и безопасности это не фамилия, а позиция на поле, по коммуникациям с разными мировыми центрами силы. Это позитив. Как это соотношение будет, отношения будут развиваться, мы посмотрим. То, что я могу за себя лично говорить, это очень-очень много лет была проблема прежде всего Армении, что в Ереване в принципе воспринималось как адекватный подход, что для кого-то Россия может быть равноправным или союзником, или гарантом каких-то безопасности какой-то. Просто пришла очередь Армении в этом убедиться или раз убедиться в хыбности, в ошибочности такого подхода. Ничего тут нового я не скажу. Тем не менее, мы видим, что Армен Григорян приехал в Швейцарию, встретился с главой МИД Украины Кулебой, встретился с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, а вот Азербайджан в Швейцарию не приехал. Как вы думаете, почему? В чем причина? Касаемо Армении закончу, то есть здесь и двухсторонняя встреча позитив. Я думаю, сейчас начнется между Киевом и некая, скажем так, переписка, которая нам не факт, что расскажут, почему Армения не присоединилась к общему коммюнике глобальному, итоговому саммиту и так далее. Вот. Касаемо Азербайджана, посмотрите, это последовательная позиция, пошаговая, придерживаясь постулатов от декларации от февраля 2022 года, которая была чуть ли не за стенкой подписана в Москве
во время известного совбеза, на котором было благословлено полномасштабное развитие вторжения войны в Украине. Азербайджан продолжает действовать в формате, где может себе позволить, делает в отношениях с Россией, где пока не может, не делает. Я не думаю, что там было как-то по звонку разрешено в кавычках едьте в Берлин. Жейхун Байрамов был в Берлине, а вот в Швейцарию не надо ехать. До такого, я думаю, не доходило, но сигналы давления, вот мы о нервной реакции Москвы вот, уже говорили, и поэтому этот момент, наверное, присутствовал, и в Баку решили таким образом медведя не дразнить на данном этапе. Вот. Как с Киевом этому отнесутся? Ну, я вполне допускаю, что объяснения были предоставлены в формате Байрамов-Кулеба на уровне глав МИД в том же Берлине. Но повторюсь, что Азербайджан, Грузия, Армения одинаково где-то с ноября-декабря прошлого года или с начала этого года при подготовке этого саммита были приглашены. Вот, потому что, ну, смотрите, касаемо победы киевской дипломатии, тут надо что сказать. Например, Берлинский форум встретит G7 с десяток двухсторонних переговоров о гарантиях безопасности и форум Швейцарии. Это все одно большое событие, которое получилось втиснуть чуть ли там, ну, не перед Курбан-Байрамом, после сразу выборов в Европарламент и на фоне базовых выборов там уже и во Франции, Великобритании, в Соединенных Штатах. И так вплоть можем перечислять аж до Грузии. Поэтому вот повторюсь, некоторые вещи отрадны для меня, удивить нас можно только приятно, некоторые вещи расстраивают, о каких я сказал, но я подчеркну, что присутствие в такого, скажем так, формата форумах, на мой взгляд, когда настанет момент, когда придется определяться, сейчас больше заинтересованы Тбилиси, Баку и Ереван, соответственно, чем, собственно, Киев. Потому что, ну, дипломатически приглашать тут понятно почему. Потому что мы так можем договориться до того, потому что в моей личной системе координат я не понимаю, что делал Кабахидзе в Берлине на нынешнем этапе отношений. Я не понимаю, что делает Сиярта из Будапешта в принципе и так далее, или там представитель Сербии. Но это мои эмоции. Дипломатия, наверное, эта штука немножко потоньше и поинтереснее. Сделка, достигнутая в ходе визита министра обороны Сулейна Папикяна во Францию о приобретении самоходных гаубиц «Цезарь», это очередной этап в военно-техническом сотрудничестве между Арменией и Францией или же нечто большее? Я всегда говорил, что это нечто большее. Потому что это развитие политического решения, во-первых, со стороны Парижа. И это нечто большее, здесь только не Париж, там можно Индия, может география расширяться. Это гораздо больше, что формируется, повторюсь, внутренний рынок, внутренний оборонный заказ Армении. Объясню почему. 30 лет или сколько, вот, в любой стране и в Армении всегда был оборонный бюджет со статьей закупки и развития вооружений. И проблема стратегическая, которая привела по меньшей мере к катастрофе, вот, не только там позиционирование и так далее, то, что этот гособоронзаказ армянский, он формировался, условно говоря, чем же в Рособоронэкспорте. То, что Россия хотела и была готова продать. И тут сама природа, опять же, развитие войны в Украине, провисание Москвы, там, то, что условный Чемизов сейчас не хочет, потому что не может ничего предложить армянской стороне, и образовался вакуум. Вот его заполняет Ереван так, как может. Вот, поэтому вот я на эти процессы смотрю гораздо дальше и глобальнее, пусть тут тоже получится. Вот как-то так. По итогам состоявшейся 16 июня в Тегеране встречи исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кана и специального спецпредставительства России по урегулирования армяно-азербайджанских отношений Игоря Хабаева, господин Багери заявил, что есть большая необходимость в координации и сотрудничестве Ирана, России и других региональных стран в деле достижения на Кавказе мира и стабильности. И в очередной раз сослался на деструктивное влияние внерегиональных сил, упомянув так и, на мой взгляд, несостоявшийся формат 3+3, как необходимость которого была в очередной раз подчеркнута. На ваш взгляд, это реакция на действия США последние, на визиты представителей Госдепа в Армению, или есть какие-то другие индикаторы?
Значит, смотрите, ну вы меня опередили, потому что я, слушая подводку, зная о состоявшейся этой встрече, готов был уже прокомментировать это как те же 3+3, только в профиль. Здесь как бы все понятно, и здесь Иран, Турция, Россия, они последовательны союзниками, их сложно здесь назвать, но они последовательны в процессе минимизации какого-то военного или какого угодно безопасностного, какой угодно преступности, присутствия вне региональных, как они говорят, игроков. Но тут я бы выделил наиболее интересный момент, потому что, как это ни парадоксально прозвучит, именно на иранском треке таких инициатив, заявлений, именно Армения имеет, пошире окно возможностей, чтобы лавировать. Потому что вот можно сколько угодно комментировать вот эти заявления, которые вы сказали, но я пока не слышал, так как Иран это умеет делать, никаких истерик по сближению и по налаживанию мостов в военно-техническом сотрудничестве между Ереваном, с одной стороны, и Францией, и той же Индией. Непростые отношения с Ираном и вот тоже с Индией вот на этом треке. Конкретно по этим моментам Иран молчит. Это с одной стороны. С другой стороны, как принято говорить, Армения уникальна здесь в том, что в своих условиях вот, ей позволено там география, математика, сложные условия и так далее, в том смысле, что представители Запада не только отчасти закрывают глаза на сохраняющуюся коммуникацию между Ереваном и Тегераном. Вот. Здесь это тоже этот момент надо подчеркнуть. Поэтому заявления Хаваева и коллеги, вот я их на них смотрю как дежурные, насколько они к чему обязывают и насколько вот, являются ли они сигналом для того же Еревана и для других стран. Ну, Грузия тут вообще за скобки вынесена, они занимаются тем, что занимаются. И с Азербайджаном здесь в этой же логике, например, были учения по антитеррору между азербайджанской стороной и иранской стороной, когда даже в самом Азербайджане повис вопрос, о чем это, против кого это, демонстрация силы против кого это и так далее. То, что Москва и Тегеран действуют в общем тандеме и на треке Южного Кавказа, и в целом в глобальных процессах, это, на мой взгляд, очевидные вещи. И здесь это проблема для региональных игроков, у Азербайджана в первую очередь. Смотрим на географию, ну и по списку дальше Армения и Грузия. Вот. Каким шагам может прийти Тегеран сорваться, если, например, будет армянская сторона дальше развивать свой сектор обороны и безопасности, опираясь на альтернативные российским, скажем так, доноров и источников безопасности. Но тут это уже вопрос к армянской дипломатии и отношениям по линии в треугольнике Ереван, Запад, коллективный или неколлективный, и Тегерана-московский тандем на одном из вершин этого треугольника. Очень любопытная ситуация разворачивается вокруг так называемого срединного коридора, проекта, который фактически уже существует и который, одно из основных направлений которого, собственно говоря, возникновение которого является то, что он идет в обход России. Мы видим, что сегодня в Грузии есть, скажем так, мягко говоря, существенное повышение российского влияния. Может ли это как-то отразиться на перспективах, на дальнейших перспективах срединного коридора, если российская линия, российское влияние в Грузии продолжит укрепляться в той же прогрессии, как это есть сегодня? Да тут уже речь не о прогрессии идет, тут уже речь идет о фиксации дел на земле. В этой же логике, подчеркиваю, российская, а ни в коем случае не формирование каких-то альтернатив в лице Китая, это и постройка глубоководного порта Анаклия и так далее. То есть процесс после запуска, там 2 года рамка и так далее. События развиваются весьма и весьма интенсивно. Но по поводу срединного коридора. С одной стороны, Азербайджан с Турцией пытаются получить некие гарантии, как от Тбилиси, ну не столько от Тбилиси, но и от Москвы, что в случае оформления Тбилиси, Грузии в российской орбите интересов, известные коммуникации,
хорошо известные коммуникации не пострадают. Москва на данном этапе в ближайшей перспективе говорит, что она трогать их не будет, и она не будет их трогать. Тут же момент присутствия, на самом деле, контроля и так далее. И на этом фоне запуска, например, тех же магистралей через Абхазию по загрузке, например, черноморских портов, существующих и той же перспективной Анаклии в своих интересах. Тут ключевой ваш вопрос идет о том, что это в обход Российской Федерации. На этом же фоне, под гарантией того, что они не будут трогать какой-то срединный коридор, они будут продавливать север-юг, как через Азербайджан. Вот Азербайджан, в принципе, не против, чтобы это шло через них, и, скажем так, чтобы это стало каким-то элементом давления на Ереван, так и через известный перекресток мира, который предлагает Ереван, опять же, тот же север-юг, но не только. Если Российская Федерация от пресловутой Мигринской дороги до других коммуникаций в целом в формате контролем, так, вся железная дорога будет общим РЖД таким, вот этого Российская Федерация будет и добиваться. Вот получится ли у нее... Интересный вопрос. Безусловно, самые реперные, самые базовые для всего региона процессы сейчас происходят в Грузии. А Армения и Азербайджан в рамках этих процессов, как и по украинскому треке войны, они действуют по формуле Шалвы Папуашвили, спикера грузинского парламента, которая называется «стратегическое терпение». Парадокс здесь в том, что вдруг резко официальный Тбилиси перестал терпеть и показал, что он определился со стороной в этом глобальном противостоянии. Благодарю вас, Владимир, за ваше мнение, за ваш анализ, достаточно интересный. Большое спасибо. Спасибо, на спасибо. Мир Юрнеш, Воромес Миалцеллер Тесакапу, Варастан и Тбилиси Каакиц, Украина и Банаки, Конверсия и Ев, Апас Паразин Ман, Усумнас Идюцян Кентрон и Ковкасян Масначу и Танорен, Владимир Копчака. Ес, Айсканов, Авартум, Мимайсорва, Етере, Кахантипенко.